Еще козлятина съедим, наверное. Совершенно прозрачная. Дегустация вина. Блин, даже водных мотоциклов тут нет. Пора переходить на мед. Так как мы путешествуем по острову Родос, мы приехали в поселок Геннадий. Вот откуда наш крокодил Гена родом. И приехали мы на пляж Геннадий. Геннадий... Да что ж такое-то? Геннадий Бич. Такая дурацкая собирающаяся дорожка. Но здесь все очень спокойно. Зонтики, лежаки на прокат берутся. Вот такой галечный пляж. И несмотря на то, что здесь ветрено, само море очень и очень спокойное. И прозрачное. Вода не то чтобы парная, но и не холодная. Такая летняя, бодрящая, но очень-очень чистая и совершенно прозрачная. Геннадий Бич, это круто, это хорошо. Море, от которого получаешь удовольствие, потому что в него хочется заходить и в нем хочется купаться. Блин, даже водных мотоциклов тут нет. И в баре музыка не играет. Нету батутов в море. Зато есть красивый камень. Все, едем на страусиную ферму. Там же и виноделие, и мед. Поехали мы вот в этот поселок Эмпонес. Есть страуса. Но мы чего-то перепутали, и здесь страусов нет. Ни фермы, ни страусов, вообще ничего нет. Здесь как и нарисовано, что они занимаются вином, так оно и есть. Почему мы решили, что здесь страусы, непонятно. Страусы где-то здесь вот, рядом с этой долиной бабочек. Мы когда ходили на долину бабочек, мы видели эту ферму, но мы подумали, что это что-то такое маленькое, неприкольное, а большое здесь. В общем, садимся есть баранину, пить вино. Еще козлятина съедим, наверное. Вообще, очень вкусно. Баранина на гриле. Салаты все эти греческие. Вот так вот неожиданно ехали есть страусов, но едим баранину. Ну, очень-очень суп, блин. Езжайте в Эмпамос, ищите кафе, где работает русскоговорящая девушка, которая из Смоленска сюда приехала. Тут очень вкусно. Вот визитка этого ресторана, таверны. Будете проезжать мимо Эмпамос, приезжайте сюда, и вы получите удовольствие от еды. Кстати, эту таверну рекомендует TripAdvisor. И есть что рекомендовать, очень круто. Вина. Вот
зубами к снегу без задней кнопки. Смотрите дальше. Сколько, не помню, сколько стоит. Мы сделаем Сабанска, оказывается, город 200 бутыль. Пора переходить на мед.